Что ж, теперь давайте вернемся к нашему изучению второго послания к Тимофею 3:16. И есть еще один момент, который нам следует обсудить, когда мы ведем речь о слове «теанюстос». Вот это слово означает «все», это слово означает «писание», это слово означает «богодухновенно». Но вот какой же здесь главный глагол, главное сказуемое в предложении? Его нет? Но стих продолжается. И вот какие дальше слова в этом стихе. «Пасаграфе теанюстас кай, о фейламас, кай» — это греческое слово, означающее «и», а «офейломос» — это слово, означающее «полезно». И дальше у нас идет перечисление в 16 стихе. И Павел нам говорит, для чего же полезно Писание. И далее он переходит к 17 стиху и говорит нам о том, что вот эта книга, которая полезна для всего им перечисленного, была дана для определенной цели. И эта цель записана в 17 стихе. «Да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Что ж, «паса графе теонустас кай афейномас». Итак, где же здесь глагол? Вот в этой фразе. Похоже, что нет. Но неужели у апостола Павла проблемы с грамматикой? Совсем нет. Такой подход очень распространен в греческом языке, когда глагол опускается, если совершенно очевидно, что читатель сможет понять, какой глагол пропущен. Так что всякий, кто читает этот текст, поймет, где и в каком месте должен стоять глагол «есть». Именно этот глагол пропущен, так? Что ж, и теперь у нас возникает очень интересный вопрос. Куда же нам следует вставить этот глагол «есть»? Что ж, мы знаем, как поступили переводчики. Но в оригинале мы видим, глагол «есть» не присутствует в тексте, в 16 стихе. Кто знает, может быть, переводчик ошибся? Давайте посмотрим, как поступили переводчики. Они поместили глагол «есть» между словом «графе» и «теонюстос». То есть смысл таков: все Писание есть богодухновенно и полезно. Но так как глагол «есть» отсутствует в оригинале греческого текста, то есть и другие варианты. Быть может, нам следует понимать этот текст таким образом. Мы можем поместить глагол «есть» после слова «афейломос». И вот весь этот целый фрагмент с прилагательным следует понимать как единое целое и поместить вот сюда. Но если мы так поступим, вот что у нас получится. Все богодухновенное и полезное Писание есть, то есть предназначено для научения, исправления и так далее. Вполне понятное предложение. Такое же понятное, как если бы оставить прилагательное здесь, а глагол «есть» поместить перед словом «теанустос», после слова «графе». Что ж, вы, быть может, думаете про себя. Это интересный ход рассуждения, но для тех, кто хорошо знает греческий язык.
Но какая же в этом разница? Разве в итоге у нас не получается то же самое, где бы мы ни вставили глагол «есть»? Но на самом деле совсем не одно и то же. Поместив глагол «есть» в другом месте, у нас получается совсем иной смысл текста. Если глагол «есть» поместить между словами «графе» и «теонюстос», то смысл получается такой. Все Писание обладает следующими качествами — богодухновенность и полезность. Нет ни одного текста во всей Библии, который не был бы от Бога, который не был бы полезен для тех целей, которые перечислены далее в 16 стихе. Но что у нас получится, если мы поместим глагол «есть» вот здесь в конце? Вот что у нас получится. Все богодухновенное и полезное Писание есть или предназначено для научения, наставления, исправления. Но зачем нам следует включать здесь слово «полезно»? Что ж, это грамматический момент, и это типично для греческого языка. Когда идут два прилагательных, и между ними слово «кай», или два существительных, между которых слово «кай», или два глагола, объединенных словом «кай», то тогда следует понимать, что автор считает эти два слова, будь то глаголы, существительные или прилагательные, парой, то есть он предполагает, что читатель поймет, что эти два слова — пара. Поэтому если «теонустос» относится вот к этому слову, то тогда и «кай афейломос». Но теперь вот задумайтесь вот о чем. Если мы понимаем так, все богодухновенное и полезное Писание предназначено для вот таких вот целей, то что это предполагает? О чем это говорит? Означает ли это, что каждый отдельный фрагмент Писания богодухновенен? Совсем не обязательно. Это означает, что есть тексты Писания, может быть, очень много таких текстов, которые как раз-то богодухновенны и полезны для научения, наставления и так далее. Но это подразумевает, что может быть другая группа текстов Писания, которые ни богодухновенны, ни полезны для тех целей, которые обозначил Павел в этом стихе. Что ж, на самом деле это важно. Куда же нам вставить этот глагол? Как же нам принять это решение? Я могу сказать вам, что, во-первых, обращение к греческому словарю особо нам не поможет. Обращение к греческой грамматике тоже ничего не даст. Итак, что же нам тогда делать? Бросить монетку? И если она упадет на одну сторону, то это будет означать, что глагол надо ставить перед словом «теонюстос». Если упадет на другую сторону, значит, глагол надо ставить в конце предложения. Нет, совсем не так. Не это нам следует сделать. Вот в случае, подобном этому, как же вы будете принимать решение? Посмотреть на другие стихи. Хорошо. Но что же рассмотрение других стихов скажет вам о том, как следует рассматривать эту грамматическую конструкцию? Может, это и поможет. Если есть другой стих, в котором говорится примерно то же самое, и говорится, что все Писание обладает подобными характеристиками, то тогда да, конечно, это вам поможет. Особенно, если другой текст написан тем же автором, что и 2 Тимофею 3:16. Но есть такой другой стих, где говорится то же самое?
Помните, что это единственный текст во всем Новом Завете, где используется слово «теанустос». Это не единственный текст, где говорится о вдохновении, но это единственный текст, где это слово встречается. И хотя ваше предложение может быть хорошим путем разрешения проблемы, но в этом случае нам это не поможет. Но что же тогда нам может помочь? И есть ли что-то вообще, что может нам помочь принять решение? И как мне кажется, единственный путь найти правильное решение — это пытаться определить, что же Павел имел в виду в контексте, когда писал этот стих. ТВ-семинаре — благотворительный проект. Наш общий вклад обеспечит доступное христианское образование и формирование сотен служителей по всему миру. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. И по-хорошему нам нужно было задать этот вопрос, даже если бы Павел вставил этот глагол «есть» в какое-то место в этом стихе. Нам нужно задать вопрос, что имеет в виду Павел, когда говорит «все Писание богодухновенно и полезно» или «всякое богодухновенное и полезное Писание предназначено для исправления». О чем же Павел пишет Тимофею в 3 главе своего послания? Что ж, помните, что есть ближайший контекст? Павел пишет, чтобы Тимофей был на надежном основании, противостоя злу последних дней, потому что Павел пишет, будет много нечестивых людей, умножится зло в мире в последние дни. Тимофей, храни себя от всего этого. И Павел пишет, Тимофей, у тебя есть то, что поможет тебе противостоять этому злу, нечестивой жизни и нечестивому учению. У тебя есть благочестивый пример, которому ты можешь следовать. Это пример твоей семьи, пример других верующих, таких как Павел. И у тебя есть Писание. Хорошо. Что ж, мы задавали вопрос, что такого есть в Писании, что помогает в противостоянии с лжеучителями? Что ж, это то, что графы, очевидно, и теанустос, и афейломос. Но теперь подумайте вот о чем. Вот перед вами то, что должно помочь вам в противостоянии с лжеучителями и сохранить вас от нечестивой жизни. Но, знаете, только то, что богодухновенно, только то поможет вам. А те тексты, которые не богодухновенны, но они не будут особо полезными. И вы замечаете, что Павел дальше не пытается подсказать, какие фрагменты Писания богодухновенны, какие нет. Вот разве это здесь говорит апостол Павел, когда пишет Тимофею, когда пытается объяснить ему, как сохранить себя от всех этих лжеучений, богоотступничества, и жить благочестивой, богоугодной жизнью. И если Писание — такой помощник нам в этом деле, но не все Писание, а только ее часть, то Павел должен был сказать, какая часть, а он этого не делает. Так что гораздо более вероятно, что Павел имеет в виду, что все Писание обладает этими характеристиками — богодухновенность и полезность. И именно поэтому оно такой помощник в противостоянии со злом и нечестием последних дней. Итак, рассмотрев контекст, мы приходим к выводу, что, по всей видимости, Павел пишет, что все Писание обладает этими качествами. Он не делает разграничений между большим количеством текстов, которые обладают этими качествами, и другими текстами, которые не обладают. Такая точка зрения просто не вписывается в контекст, написанного апостолом Павлом Тимофею во втором послании в 3 главе.
И тогда у нас остается еще один вопрос. И прежде чем мы пойдем дальше, нам необходимо найти на него ответ. Да, мы согласились, что Павел говорит обо всем Писании. Но применимо ли все написанное им к Новому Завету? Я думаю, что ответ, конечно, да. И это станет ясно, когда мы будем говорить о других учениях Нового Завета, о богодухновенности как Ветхого, так и Нового Завета. Но кое-что я хотел бы сказать прямо сейчас, на основании того, что мы читаем здесь, во втором послании к Тимофею, 3 главе, и некоторых других трудах Павла. Во-первых, в первом послании к Коринфянам, в 7 главе, в 10 стихе, а также в 14 главе первого послания к Коринфянам, в 37 стихе, Павел дает понять, что все то, что он пишет, это повеление самого Бога. Но если это повеление Бога, то это Божье Слово, изреченное в конечном итоге самим Богом. А в первом послании Фессалоникийцам Павел напоминает фессалоникийцам, одобряя то, как они приняли Божье Слово, проповедуемое Павлом. Он пишет в первом послании Фессалоникийцам 2:13, «Приняв от нас слышанное Слово Божье, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божье, какое оно есть поистине». И если Павел считает, что то, что он проповедует фессалоникийцам, это не что иное, как Божье Слово, то неужели он будет считать, что написанное им Божьим Словом не является? Я имею в виду то, что он написал в первом и втором послании Фессалоникийцам. Я сомневаюсь в этом, и сомневаюсь особенно потому, что он пишет нам о том, о чем он проповедовал Фессалоникийцам. И об этом можно прочитать во второй главе первого послания, в стихах 11 и 12. То есть он включил эти слова в послание Фессалоникийцам. То есть если он проповедовал эти слова и сказал, что это Божьи слова, произнесенные им, то они не перестали быть Божьими словами после того, как Павел написал их в своем послании. Конечно, Павел продолжал считать написанные им слова Божьими словами. Но к этому я добавил бы еще вот что. Слова, которые вы читаете в послании к Фессалоникийцам, во второй главе, в стихах с 11 по 12, согласуются с тем, что Павел пишет в других местах. К примеру, я могу привести вам другие тексты. Ефесянам, 4 глава, 1 стих. Первое послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. Второе послание к Фессалоникийцам, 3 глава, стихи 13 и 14. И второе послание к Тимофею, 1 глава, стихи с 8 по 9. Это всего лишь примеры. И вот что я хочу сказать. Когда вы читаете эти другие стихи, все написанные апостолом Павлом, вы обнаруживаете, что написанное в них либо полностью совпадает, либо согласовывается с написанным им в первом послании Фессалоникийцам во второй главе, в стихах 11 и 12. А там он пишет, что написанное им — это те слова, которые он проповедовал. И более того, он говорит, что проповедуя, он говорил не слова свои, а слова Божьи. Поэтому неужели можно предположить, что когда Павел пишет те же самые слова в послании к Ефесянам, или в первом послании к Коринфянам, или в втором послании к Тимофею, и так далее, эти слова перестают быть Божьими словами, что они Божьи слова только когда проповедуются с кафедры, а будучи записанными, перестают быть Божьим словом? Конечно, нет. Все написанное Павлом — это Божье слово. Не может быть такого, что когда
слова произносимы, они Божьи слова, но когда эти же слова написаны, они перестают быть Божьими словами. Если эти слова, будучи написанными, не Божьи слова, то они и не были Божьими словами, когда были произнесены. Но Павел утверждает, что произнесенные им слова были Божьими словами. Вопросы и замечания. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.